Подмосковье. Люблю, голосую. Вполне логичный лозунг для выборов губернатора Московской области, прошедших 9 сентября. Ведь каждый, кто любит свою малую родину, подмосковный край, Щелковский район, не остался в стороне и исполнил свой гражданский долг. С 8 утра до 8 вечера продолжалось голосование. Мы пришли голосовать за чистый, красивый, сильный, здоровый Подмосковье. За движение вперед. Темп задали, надо продолжать. Поэтому отдали свой голос за то, чтобы мы все вместе шли вперед. Потому что вместе мы непобедимы и готовы к решению дальнейших задач. С самого утра к голосованию присоединились жители Щелковского района, в их числе врачи и педагоги, общественники и предприниматели. 119 из 126 избирательных участков были оснащены КАИБами, электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней, призванными сделать процесс голосования более открытым, прозрачным, комфортным для жителей и членов участковых комиссий. Активно за ходом выборов наблюдали представители общественности и депутатский корпус, в том числе депутаты Московской областной думы и муниципального парламента. Сегодня, начиная с 8 утра, я начала объезд избирательных участков, чтобы посмотреть, как у нас они начали работать, как приходят жители. Жители приходят, голосуют. Настроение везде у всех хорошее. Хороший сегодня солнечный день. И мне кажется, что те, кто пришел, проголосовал, они делают правильный выбор в пользу развития Подмосковья. Каждый голос, оно учитывается. И все-таки мы должны понимать, что это наша обязанность прийти и отдать свой долг. Проголосовать, выбрать того или иного кандидата. Сегодня я ощущаю себя причастным к тому, что в стране, в области и в районе, в поселке меняется жизнь к лучшему. Строятся школы, детские сады, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы. Преображается облик наших городов и поселков. Проект «Мобильные избиратели» реализовали на выборах губернатора в этом году. У любого жителя, заранее подавшего заявление, появилась возможность проголосовать на удобной для него площадке. В том числе были обустроены два дополнительных участка. Председатель районной избирательной комиссии отметил, что процесс голосования был организован на должном уровне. Все избирательные участки, а их у нас 126, открыли свои двери для избирателей в 8:00, без каких-либо задержек, проблем, каких-то шероховатостей. Работали они в спокойном рабочем режиме, без жалоб, без нарушений. В 20:00 закрыли избирательные участки двери для избирателей. В целом день прошел спокойно, в напряженной, конечно, работе, потому как участковые комиссии начали подготовку к дню голосования давно, а сегодня на участке пришли в 7:00 для того, чтобы обеспечить всех желающих возможностью отдать свой голос за понравившегося им кандидата. Итоговая явка по Щелковскому избирательному округу, куда помимо нашего района входят также городские округа «Звездный городок», «Черноголовка», «Фрязино», «Лосинопетровский» и «Богородский», составила 35,68% от общего числа избирателей. По результатам голосования с убедительным отрывом победил действующий губернатор Андрей Воробьев. Он набрал более 60% голосов. На втором месте член партии КПРФ Константин Черемисов, почти 14%. Кирилл Жигарев, представивший ЛДПР, набрал 6,78% голосов, Лилия Белова от Альянса Зеленых около 6,5%. За представителя партии Роста Бориса Надеждина проголосовали порядка 5% избирателей, ну а за Справедливороса Игоря Чистюхина чуть более 4%.